Итак. Ладно, ребят, всем привет, добро пожаловать и продолжаем проходить Lost Judgment. Сегодня мы займемся, ребят, Цукинутян. Мы продолжим с ней мутить. Мы мутили с ней в первой части. И давайте продолжим и во второй. У нее, конечно, с памятью кое-какие проблемы случились, учитывая предыдущий квест. Но вроде бы все вернулось обратно. Так что мы можем рассчитывать на хорошее времяпрепровождение. Надеюсь. Так что вперед. Сегодня займемся ею. Так, что у нас тут? Опа. Она одна, будто ждала меня. Цукинутян. Я Гами-сан. А что вы делаете в Иджинча? Работаю. Ну, я здесь по работе. Вообще-то я уже некоторое время в городе. А что насчет тебя, Цукинутян? Ну, я рассказывал вам о том, как мой офис переехал в Йокохама, не так ли? А. Да. Это место с веб-дизайном, верно? Связанное. Верно. Я там работаю дизайнером. Ну, ребят, все прекрасно у нее получилось, как мы видим, после первой части. Меня назначили ответственной за проект для клиента, что здесь, в Иджинча. Я работаю из этого кафе. Да. Понял. Значит, ты часто бываешь в Иджинча? Да. Особенно в последнее время. А значит ли это, что если я буду приходить в это кафе, то я буду видеть тебя, Цукинутян? А, ну... Возможно. Мне действительно очень легко работать отсюда, так что... Понятно. Три года назад... Нас с Цукинутян свели вместе, когда я был на работе, занимался работой. Это было еще в те времена, когда извращенское трио все еще мучило Камуроча. В итоге мы стали больше, чем друзьями. О, слушайте. Так, неужели все-таки игра увидела мои сейвы предыдущей части? Но когда Цукинутян переехала в Йокохаму из-за работы, она по какой-то причине начала дистанцироваться от меня. Как раз, когда я пытался составить план встречи с ней, наш график никогда не совпадал. Ну и в конце концов, мы потеряли связь. Я думал, что ей больше не нравлюсь, но... Ну... Если вы хотите, Гами-сан, мне было бы приятно, если мы когда-нибудь снова встретились. Последний раз, когда я ее увидел, она точно не намекала на то, будто не хочет меня видеть. Скажи... Я тебя не побеспокою, если мы как-нибудь соберемся и пообщаемся. А, не, вовсе нет, это было бы замечательно. Окей, отлично. Мне стоит спросить, почему она избегала меня. Ягами-сан, мне очень жаль за все. Э?
Похоже, даже спрашивать не придется, она сама. Так, стоп, что это значит? А ноутбук? Черт. Она действительно свалила. Так, ну это было странно. Как я вижу, мы тупо должны вернуться. А, ну вот, она снова здесь. Так, что с ней такое? Скино-чан. Скино-чан. А, Ягами-сан. Простите меня за прошлый раз. Я ушла так внезапно. Не-не, все в порядке. Итак, в чем дело? На самом деле... Я ничего такого не придумал, но, похоже, мне нужно придумать причину поговорить с ней. Может, где-то у меня есть подарок для нее? Что-то, что она хотела бы? А, ну, посмотрим, есть ли у меня подарок. А, не, есть, слушайте. Вот. Если тебе нравится. Ну, спасибо большое. Так, ребят, все, лед тронулся. Но для чего это? А, ну... Честно говоря, я просто хотел найти повод поговорить с тобой, Цукино-тян. А? Разве это не я должна была сделать это? И, ну... Вы вообще как бы не беспокоите меня. О, я мешаю тебе работать, не так ли? Прости, я зайду как-нибудь в другой раз. А, да. Я попробую позже. В чем дело? Что с ней такое? Неужели она настолько сильно влюбилась, или тут что-то другое? Миласка, милашка, стесняшка. Прямо. Скино-чан. О, Ягами-сан. На самом деле у меня нет причины для того, чтобы поговорить с ней, но благо я мог бы что-нибудь придумать. Так, подарить ей что-то. Так, ладно, давайте без в этот раз. Нет, может быть позже. А? Что за хрень? Ладно. Походу надо дарить. Скино-чан. Как бы, мне видно нужна какая-то причина с ней поговорить. Для этого мне нужно что-то. Сейчас пойдем закупимся всяким разным. Вот. Так, спасибо. Есть время пообщаться? Да, конечно, пожалуйста, присоединитесь ко мне. Че, все так легко? Ну, как продвигается работа в последнее время? Хорошо? Да. Я работаю в компании уже 3 года, так что думаю, я уже освоилась с этим делом. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Особенно учитывая проект, который мне поручили. Оу, здорово, Цукино-тян. А что это за проект на самом деле? А, это полный редизайн сайта. Похоже, они каким-то образом хотят провести ребрендинг. Ребрендинг? Хм. Похоже, ты знаешь, что делаешь. Все. Так, где нормальные свидания и разговоры по полчаса? Да, ребят, с ней, походу, будет все не так легко. Скино-чан.
Цукино-тян. Ягами-сан. О, опять. Так, ну еще две штуки есть. Так, для тебя. Спасибо большое. Скоро у нее целый склад наберется. Скажи, Цукино-тян. Я когда-нибудь сделал что-нибудь, из-за чего ты могла бы возненавидеть меня? А почему вы спрашиваете? Ну, это из-за того, что было 2 года назад. Ну, когда наши планы начали рушиться, помнишь? Я просто подумал, не избегал ли ты меня или что-то в этом роде. Нет, вовсе все совсем не так. Дело во мне. В смысле, дело в тебе? Ну, я... Простите, Гамиса. Да нет, тут как бы тупо нужно дарить подарки, он потихоньку лед трогается, так сказать. Опять свалило. Может быть, мне стоит снова затронуть эту тему после того, как я дам ей немного времени. Опа. Так, ее что-то нету. Так. Ну ладно, тогда пойдемте за подарками. Хорошее заведение с подарками вот здесь. Используй такси. Да, я точно не так себе представлял воссоединение с Цукино-тян. Так. Вот можно взять это колечко. Не одно, а несколько штук. Возьмем для начала 3. Ну, еще парочку штук этих сережек, эти ей нравятся. Как раз ее любимый. Можно и остального взять. Для других тян пойдет. Ну, эти не будем брать. Они слишком дорогие. Мы не настолько богат. Аригатого. Ну, все. Салар. Амнезия. Так, я вижу, ничего не появилось на карте. Ладно. Пойдемте перемотаем время. Потому что там нужно дневное и тому подобное. А вот он. Отдохнем.
О, появилось. Слушайте, а тут еще сайд-квест. А, бля. Какой-то неизвестный сайд-квест. И он вряд ли, конечно, связан с Цукино. И активировать его не хочу, поэтому... Перемотаем время. До ночного опять. Сайды нужен. Ты уверен? Посмотрим, если он и ночью будет, то скорее всего. А, ночью вообще ничего нету. Значит, нужно все-таки тот сайт проходить. Собственно, вот в чем дело. Пацаны, мне не до вас. Окей. О! А разве это не Кентокун? Почему он с Цукинотян? Он что, клеится к ней или что-то в этом роде? Это, если что, брат Амасава, если кто-то забыл. А, Ягами-сан. О, Ягами-сан. Так, чувак, мне все равно, что ты брат Амасавы, но Цукино наши. Только не говорите мне, что вы двое знаете друг друга. Э? А, нет, я просто беру интервью у студента для сайта, над которым работаю. Но Ягами-кун, вы знаете Амасаву-куна? А. Да, вообще-то. У нас столько всего тут было. А, так вы внешний консультант клуба тайных исследований Сэрю? Сэрю. Интересно. И Цукино-тян. Я никогда не ожидал, что... Не ожидал бы, что твой клиент окажется старшеклассник Сэйрю. Хай. Верно. Я только что как раз брал интервью у Амасавы Куна. Он сделал мне краткий обзор школы. Нарухудо. Понятно. Я сначала подумал, что Кентокун, возможно, флиртует с тобой или что-то в этом роде. А, не-не, вовсе нет, ничего подобного, я... Ну что ж, Саутоми-сан, я вижу, вам двоим нужно многое наверстать, так что я пойду. Я буду рад продолжить второй раунд собеседования, когда вы будете свободны. А, да, хорошо. Ну, увидимся. Настоящий братский ход, Кентокун. Уважение. Скино-чан. Красава. Итак, Цукино-тян. Если ты работаешь над сайтом Сэйрю, может быть, я мог бы тебе чем-то помочь? Что, вы сделаете это для меня, Игами-сан? Ну, вообще-то, есть кое-что, с чем у меня возникли проблемы. И что это? Ну, я пытаюсь достать несколько хороших фотографий для того, чтобы использовать на разных веб-страницах. Но все-таки весь мой опыт связан с иллюстрациями, а не с фотографией. Такое чувство, что каждый раз, когда я направляю камеру на студентов,
Они просто замирают вместо того, чтобы вести себя естественно. Я надеялась использовать реалистичные фотографии, а не просто которых позируют. Так что у меня не так много фотографий, которые я могла бы использовать на самом деле. Понятно. Итак. Где ты делала свои фотографии? В классе, в коридоре или во время занятий в клубе? Ну, они достаточно сосредоточены во время занятия, чтобы мои классные фотографии действительно были хорошими. А вот с моей, вот моя попытка с клубом вышибала, это вообще другая история. Понятно. Практически любой движущий объект для меня представляет сложность. Фотографии всегда получаются размытыми. Но даже если нет, они все равно плохо обрамлены. Да. Ну да, игра вышибала. Ну да, матч вышибал звучит намного сложнее, чем попасть просто в кабинет полных сидящих студентов. Во время одной из моих первых встреч с директором школы, он сказал мне, что он хочет веб-сайт, который будет показывать веселую и забавную сторону школьной жизни. Так что получить хорошие фотографии этих клубных мероприятий очень важно для моего успеха. Понятно. Ну, раз так, а почему бы тебе не позволить мне сделать эти фотографии для тебя? А вы уверены? О. Да. У меня большой опыт. Правда, я обычно часто фотографирую входы любовных отелей, а не матчи вышибал. Но держу пари, что я справлюсь. Замечательно, большое спасибо. Тогда давайте пойдем в... Днем или вечером, пока студенты все еще активны. Понял. Я дам тебе знать, когда буду готов пойти. Понятно. Собственно, вот как лед тронется у нас. Ну, Степан, она выросла, да, стала более взрослой. Ягами-сан. Я готова, как насчет вас? Пора отправляться в серию с Цукино-тян. Правда, Тода мне тоже понравилась. Надо будет обязательно с ней замутить и узнать ее поближе. Но после Цукино. Да, я тоже. Тогда пошли. Клуб вышибал и тренируется в спортзале. Ну а где же еще? Не на крыше школы. Ну, ты вернул свои воспоминания? Да. Я сожалею обо всем
в том времени, которое мы потеряли. Эй, полегче, полегче. Подумай только, что у тебя появилась амнезия из-за этих извращенцев. Эти ублюдки. Должно быть, действительно ужасную травму тебе принесли. Да, совершенно верно. В частности, вот тот гигантский старик. О, да. Я уверен, что это было тем еще шоком. Если бы я только могла бы забыть, что я увидела. Прости, я не хотел ворошить прошлое. Бедняк. О, кстати. Ребят, это новый уровень прямо. Правда. Ну ладно. Как-то криво взялись за руки, но... Сойдет. Может, сейчас возьмутся правильно? Нет. Ну ладно. Я пытался. Салар, я не могу вытащить скейт. Ну, тапочек-то так случайно получилось. Ты была занята с тех пор, как переехала в Йокохаму? Да. Даже слишком занята. Иногда я... Иногда я не возвращаюсь домой до полуночи. Серьезно, все настолько плохо? Ну, в последнее время они... Они справились там со сверхурочными, им не говорят идти домой после моей смены. Но с гигантским... Но с графическим веб-дизайном, как только и... Чем учись? У нас же есть лог, и этот диалог тоже тут сохраняется. Я мучаюсь все запомнить и потом перевести. Так, за графическим дизайном, как только идеи начинают приходить, ты просто не хочешь прекращать работу, пока не будешь удовлетворен. Угу. Ну, значит, так сказать, ты вошла в канву. Похоже... Напряженные моменты могут быть хорошими. Да, по большей части. Ну, я очень рад, что у тебя все хорошо. И все же... Мне очень жаль, что я не связывалась с вами, не звонила. Это все работа, я понимаю. Так, а ускориться никак? Нет. Да уж, забавно. Сейчас нас как увидят в школе. Хотя, блин, взрослые люди, что тут такое? Как минимум фанатки Ягами расстроятся. Мне вас жаль, но увы. Здравствуйте. О, эй, тут Томасан. Собираетесь попробовать сегодня сделать тоже пару фотографий? А, это Такаюки Ягами-сан. На самом деле, именно он будет... Делают фотографии сегодня для меня. Ягами, да. Здравствуйте, я Ягами. Я также являюсь внешним консультантом МРС прямо сейчас. О, так вы новенький в МРС? Я Цуруно, президент клуба вышибал. О! Приятно познакомиться, Цуруно-кун. Только не говорите мне, что клуб вышибал будет один из тех двоих, что мы еще не прошли. Итак, Цукино-тян.
А какие фотографии ты ищешь? Ну, помимо того, чтобы они не были размытыми. Я надеюсь получить какие-нибудь динамические снимки, где игроки находятся в центре действия. Если вы сможете сделать снимок, на котором кто-то классно уклоняется от мяча, а также запечатлеть человека, который бросает мяч, я думаю, это будет... Это именно будет то, что окажет наибольшее влияние. Звучит замечательно. Ну что ж, давай все это устроим. Вилден, не надо. Не порт сюрприз. Ну, я довольно ловкий. О, нет. Я довольно быстрый, так что тебе придется быть ловким. Что ж, Цуруна, звучит так, будто ты подписываешься на нечто болезненное. Как насчет того, чтобы воспользоваться этой возможностью, чтобы свести счеты? О. Знаешь что, Игараши? Как насчет того, чтобы ты набросился на меня со всем клубом? Вот это уже разговор. Это будет хороший момент. Похоже, мы попали в самую гущу чего-то. Я постараюсь сделать снимки. И буду держаться подальше от того, чтобы не попали в меня. Привет, Виктор. О, линия огня, да? Надеюсь, ты действительно хорош, Цуруно-кун. Я не собираюсь сегодня документировать казнь. Ну, он самый быстрый в клубе. Он всегда последний, кто остается на ногах. Ну, конечно же. С твоими слабыми выступлениями, как будто ты какая-то бабуля. Особенно. Ну что ж, давай, попробуй. Взять и победить меня. Цуруно. Ты еще возьмешь эти слова обратно. Вместе с мечом, что попадет тебе. А теперь готовься. Пора ужинать. Все-таки. Итак, мне нужно запечатлеть момент, когда Цуруно-кун уклоняется. Весь такой крутой. Причем нужно постараться, чтобы в кадре попало его лицо и того, кто бросает. Хорошо, давайте сделаем это. Да, попробуем. Ай. Ай. Мне еще обязательно максимальный зум. Это вообще возможно. Но во время того, как я вытаскиваю камеру, отойти нельзя, как в первой части. Так. Попробуем. Ну, фокус я не могу больше использовать. Фак. Отлично. Чё такая-то хрень?
Ну, не совсем. Попробуйте еще раз. Пожалуйста. О, все-таки мне дадут. Так, максимальный зум есть. Отлично. Так, это самая лучшая фокусировка. Попробует отойти еще дальше. Давайте. Чтоб мне кажется, мы слишком далеко. Попробуем по-другому. Вот так. С этого ракурса. Во, получилось. О, теперь отлично. Чуть-чуть отойдем. Отлично. Ну, фокусировка им не нравится. Ну да, мы слишком далеко. Нет, слишком. Господи, что за камера с дебильной... О, есть. Есть. Отлично. Да уж. Как-то раньше делать фотки было полегче. Отлично. Это идеально. Ага, после 100 попыток. Как он это делает? Чувак, это было просто нечто.
Ягами-сан, вы сделали хорошую фотографию? Да, зацени. Я старался. О, прекрасно. Господи, у меня такое лицо. Чувак, что, впервые увидел себя на фотографии? Только подумай, если бы у него была фотография, на которой... Ты меня бьешь. Он мог бы продать ее за хорошие деньги. Так, медленный, как дерьмо, вышибало, на самом деле избивает. Избивает человека для разнообразия. Окей. Просто подожди, Цуруна. Так что, мне кажется, сейчас драка будет реально после этого матча. Спасибо, Ягами-сан. Это очень действительно поможет улучшить веб-сайт. О. Ну, рад, что тебе нравится. Да. Я уже с нетерпением жду посмотреть, как это будет выглядеть в макете. Скино-чан. Что ж, просто дай мне знать, если тебе понадобится еще что-нибудь, Скино-чан. Да? Оно. А это... Здесь что-то происходит? А? Не-не, ничего подобного. Я просто привела Ягами-сан сюда, чтобы сделать кое-какую работу. Вот и все. Окей. Цуруна, отстань уже от Саутомы-сан. Твоя влюбленность становится неловкой. Ну, это... Заткнись, чувак! Ребята, у нас конкурент. О боже. Ты так хорошо уклоняешься. Но ты никогда не делаешь свой ход. А? И что же это значит? Ну, Цукинотя, ты только что сказала это, потому что мы сейчас были окружены кучу каких-то случайных людей, верно? А вот это уже хороший вопрос. Итак, Цукино-тян, что у тебя там с расписанием дальше? Ну, мне нужно сделать кое-какие общие фотографии школы. И на этом все на сегодня. Понял. Ну, раз мы уже тут, то я мог бы уже присоединиться. А, не, вовсе нет. А. Никаких проблем. Ну что, фотографии хорошо получились? Да. Просто, как бы, школа не является движущим объектом, так что мне легко это дается. Да, полагаю, это так. А прикиньте, школа двигалась. Это какой-то хоррор был бы. О, Фуджита-сенсей. О, господи. Ты ее знаешь? Да, она была моим контактным лицом с тех пор, как школа приняла предложение моей компании. Саутома-сан, как продвигается работа над сайтом? Hi. Весьма хорошо. Я просто зашла, чтобы сделать несколько фотографий школы и клубной деятельности. Фотографии клубной деятельности? Хм.
Мне очень жаль, что это не всплыло раньше, но было бы лучше, если бы сайт не слишком сильно давил на наши клубы. О, начинается. То есть я что, зря пытался делать хорошую фотку? Я считаю... Обращение к родителям и опекунам с упором на нашу учебную программу лучше всего отражает наш статус подготовительной школы. Да, ну... Просто изначально директор сказал мне сосредоточиться на веселой и забавной стороне школы. Ну что ж, директор относится к такому типу людей, которые говорят все, что приходит в голову в данный момент. Так что вам не нужно беспокоиться о какой-либо широкой информации, которую он, возможно, дал вам для нашего контакта. Что? Учитывая, что я была назначена ответственной за инициативу создания веб-сайта, в школе. Не будет ли разумнее всего выполнять мою просьбу? Я обязательно сообщу директору в ближайшее время. Да, но все же. Этот веб-сайт может быть просто еще одним проектом для вас. Но он чрезвычайно важен для нас. Образ, который мы представляем, определит тип ученика, что привлечет наша школа. Если мы доведем клубную деятельность до такой степени, что у нас останутся только студенты, которые заботятся только о внеклассных занятиях, наш общий балл наверняка упал бы. Понятно. Так что ваша задача — создать веб-сайт, который представит нас как респектабельное, надежное учреждение. Это понятно. А теперь... Береги себя. Можно ее... Ладно. Поставить на место. Я полагаю, что это не соответствует тому, что тебе изначально сказали, верно? Да. Это звучит так, как будто я должна сделать все заново, начиная с концепции. О, фак. А все шло так хорошо. Я наконец-то сделала несколько хороших фотографий и все такое. Эй, тихо, тихо. Вот видите, ребят, что бывает, когда человек вкладывает душу в свою работу, а потом ему говорят: она не нужна. Не хочешь выпить чаю? И тем самым ты попытаешься стряхнуть себя. Конечно. Стоп. Кстати говоря, я тут задумался, как там Йоски Кон. Ну, я не совсем уверен, как там мой брат. Ну, по всей видимости, он довольно много зарабатывает. Так. Ну, по всей видимости, он довольно много зарабатывает на инвестициях и каких-то электронных биржах. Так, я думаю, знаю, чем он занимается. Он также упомянул о том, что совсем недавно основал какую-то компанию. Майнит. Я тоже об этом подумал.
Ну, Йоски-кун, он всегда умел зарабатывать деньги, да. Но на этот раз и беспокоит, что он может слишком увлечься. Мои родители... параноики. И боятся, что его арестуют. Как будто он... идет по неправильному и... да, по неправильному пути. Если это когда-нибудь случится, будьте ли вы готовы защитить его? Как адвокат. Я просто буду молиться, чтобы до этого никогда не дошло. Ребят, вы чувствуете это? Запах свежего квеста, связанный с Йоски-куном. Я буду не против. Я буду совсем не против. Кстати, от первого лица, мне кажется, или мы двигаемся быстрее все-таки. Да. Расступитесь, я тут иду. Знаешь, это прямо напоминает мне, как мы встретились первый раз. Да, вы правы. Итак, о чем поговорить? Так, стоп. Сейчас будет то, что я думаю? А, нет. В этот раз мы что, так будем выбирать темы для общения? Забавно. Mm? Ты пьешь кофе? Да, я взяла черный. Какой сюрприз. А, слушайте. То есть они решили это сделать в стиле визуальных новеллок, что ли, где ГГ не озвучено, а Тян озвучено? Как только я занимаюсь работой, как только я стала занятой работой, мне очень нужно это, чтобы пережить сверхурочное. Поначалу я думала, что он довольно горький, но в последнее время я стала оценить этот вкус. Да. Наслаждаешься черным кофе. Это признак настоящего взрослого человека. Правда? Это то, что сейчас определяет взрослого человека, что ли? Ну, ты научилась находить радость в чем-то горьком. Это разве не относится и к твоей работе тоже? А, понятно, что вы имеете в виду. Да, даже в самых сложных проектах могут быть свои забавные моменты. Если ты сможешь преодолеть недостатки, ты действительно сможешь найти нечто прекрасное, что скрыто за всем этим. Будь то кофе или работы. И это признак зрелости. Когда вы говорите это таким образом, это звучит так глубоко. Ладно, забавно. Мне нравится. Определенно мне это больше нравится, чем было в первой части. Так, работа. Это твой рабочий компьютер? Да. Довольно простой лэптоп. Но я все еще могу немного легкой работы с ним, работу сделать с ним.
Включает ли это разработку реальных веб-сайтов? Да, в основном он не лучше всего подходит для редактирования или доработки изображения. Ну, в таком случае, может быть, мне стоит нанять тебя для того, чтобы ты разработала сайт для агентства моего? Да, с радостью. Но вы знаете, сколько это стоит, верно? И о какой сумме мы говорим? Сколько? Зависит от конкретной потребности, но это будет стоить около 200 тысяч йен. Я видела счет фактуры на сумму до 500 000. Оу, они что, действительно так дорого стоят? Да. И мы даже не считаем дорогие. Мы даже не считаемся самыми дорогими в моей области. Эти цифры являются стандартом, собственно, индустрии. Может, мне самому научиться веб-дизайну? Я с радостью научу вас, как это делать. Так, ребят. Окей. Пора веб-дизайном заняться. Детектив что-то не очень зарабатывает. Это твоя рабочая одежда? Да. Мы можем одеваться так, как нам заблагорассудится, правда? Так, этот наряд тебе очень идет, или... Спросить, сложно ли выбрать одежду. Не, ну тут, ребята, очевидно, я думаю. О! Этот наряд выглядит на тебе замечательно. Или очень тебе идет. Правда? Большое спасибо. Это то, что я одеваю на самые важные встречи. Заставляет меня чувствовать себя как босс. Похоже, что... Ты нашла свой собственный убийственный наряд. Возможно, вы правы в этом. Отлично. Что тут еще есть? Оу. Твои серьги. А? Это те, которые я подарил? Да, я все еще очень их люблю. Они в каком-то смысле... Стоп, чего? О. В оригинале это прозвучало, как они для меня как талисманы. Ну ладно, в переводе они в каком-то смысле для меня являются напоминанием. Напоминанием? Не имеет такой же силы и мужества, как у тебя, Ягами-сан. И с тех пор ты их носишь? Ну да. А разве это странно? Мы их еще в первой части дарили. Так, я потерял связь с Цукино, поэтому я предположил, что она избегает меня. Но узнав про серьги, думаю, что все-таки она не ненавидела меня. Прошло довольно много времени с тех пор, как я последний раз видел Цукино-тян. С тех пор она действительно повзрослела. Ну, в чем дело? Почему вы так на меня смотрите, Ягами-сан? Так, сказать ей, какой взрослой она стала, или же начать соревнования в гляделке. Ну, я думаю, тут нам нужно выбрать, наверное, первый вариант. Хотя второй звучит забавно. И может вполне сработать. Но не с ней, мне кажется, все-таки.
Второй вариант может сработать с той Мочизуки, или как ее там зовут, из бары. Это... Ты, конечно, прости за это. Просто я тут подумал, разве она сейчас не стала такой взрослой? Ну и в конечном итоге все кончилось тем, что я начал пялиться на тебя, не осознавая этого. Ну, так вот о чем вы думали. Я так рада это слышать. Кстати, точно. Я почти уверен, что в этом году ей 23 года. Но у нас все еще есть разница в возрасте. 15 лет. Интересно, является ли это значимым фактором? Ягами-сан. Ну что-то не так? Да нет. Тут нет ничего такого. Тапочек, ты такой молодой? Ой, да ладно. Не думаю, что тебе нужно стремиться слишком быстро вырасти. Итак, та учительница, отвечающая за веб-сайт, сказала... Сказала все так, будто сделанные нами фотографии не принесут большой пользы, верно? Верно. Мне придется начать с нуля. Да-да. Да, но разве ты не разрабатывала сайт в соответствии с указанием директора? Да, директор хотел попытаться отойти от нынешнего имиджа школы. Ну, знаете, чтобы... Ну, знаете, из-за всех этих издевательств. Понятно. Вот почему он сказал, что хочет выбрать что-то забавное и веселое. И дело в том, что Фуджита-сенсей тоже была на той встрече. Тогда, похоже, было бы плохой идеей игнорировать просьбу директора. Да, но с другой стороны, сейчас она действительно оказалась очень недовольной. Может быть, мне следовало бы задать больше вопросов во время первой встречи. А ты не могла бы снова встретиться с директором, чтобы обсудить сайт? К сожалению, я так не думаю. Директор уже сказал мне однажды. Ну, по сути, я оставляю все на усмотрение Фуджита-сенсей. Так что я сомневаюсь, что смогу переступить через ее голову. Почему это прозвучало так страшно? Понятно. Это действительно все усложняет. Скина-чан. Такое чувство, что Фуджита... Такое чувство, что инструкции Фуджита-сенсей на самом деле не вдохновляют тебя, не так ли? Не совсем. Я хочу сказать, что если все, что им нужно, это просто респектабельный стандартный веб-сайт, то нет никакой необходимости менять тот, который у них уже есть. Мало того, вы так хорошо постарались с фотографией клуба вышибал. Поэтому довольно печально, что ваши усилия пропадут даром. Ой, да ладно, не расстраивайся ты из-за меня. Но нужны ли
Тебе сейчас еще какие-нибудь снимки сделать? Один из моих сэмпаев на работе, которого я действительно уважаю, однажды сказал мне: ты не можешь просто следовать заказу клиента. Вместо того, чтобы делать только то, что тебе говорят, работать над тем, чтобы понять проблемы клиента и выявить его скрытые потребности. Это то, что полноценный дизайнер считает лучшим выбором для клиента. なるほど. Значит, вот как вы делаете лучший выбор. По мне звучит довольно жестко. Тяжело. Но я этим занимаюсь уже больше 2 лет. Я должна быть в состоянии сделать это. Итак, короче говоря, мне нужно обдумать больше идей, прежде чем я узнаю, нужно ли мне еще фотографии или нет. Я понял. Ну что ж, просто дай мне знать, если тебе понадобится моя помощь. Конечно. Воу-воу, нормально. Ягами-сан, спасибо вам за сегодняшний день. Вы мне так сильно помогли. Мне было очень весело. И я также кое-чему научилась. Да, взаимно. Так, стоп. Что тут получается? Все вот эти встречи будут, по сути, сайд-квестами полноценными? Ладно. А, я забыл спросить, почему она избегала меня. Может быть, я сделаю это в следующий раз, когда увижу ее. Также параллельно проверю ее прогресс веб-сайта. Да, весело. Так, давайте, ребят, немного побьем гопников для разнообразия. И потом на свиданку снова. Оу, фак. По морде. Ну, ребят, я думаю, я понял, как работает свидание в этой части. И если так будет со всеми тянками, то... Мне кажется, игра слишком тихая. Если со всеми тянками так будет работать, то это будет означать, что когда мы пойдем на свидание с Тодо Тян, то там мы с ней... Как помягче сказать. Короче, нам придется переодеваться снова в тот костюм и заниматься очищением города. О, господи. Не, обязательно надо пройти ее квест тоже. Отлично. Цукино-тян. Астар, ну, в первой части мы можем выбрать, быть друзьями с Тян или чем-то большим. Так что тут тоже можно будет сделать так, я думаю. Ягами-сан. Ну, раз я уже тут, может быть, было бы неплохо поболтать. Девушка, стоп, мы этот туториал уже видели. Так, ой... Хочешь потусить? Давай поболтаем. У меня есть кое-что для тебя. Ну, как обычно. Вот, пожалуйста, для тебя. О, спасибо. Мне это очень нравится. Надеюсь, ей понравилось. Ну, так она только что сказала. Так. Давайте потусим. Цукино-тян, как насчет небольшого перерыва? Конечно. Я полностью поддерживаю вас. Так. Дартс или... Не, в дартс.
Цукино-тян, как насчет немного дарца? Конечно, пошли. Ну, Астер, короче, мы посмотрим. Сейчас разберемся сначала с Цукино. Извини, Цукино, но ты проиграешь. Вижу, Матвей, ты рад, да? Любишь дартс? Ну давай, Цукино, покажи, научилась ли ты играть лучше за 2 года или нет. Слушайте, ну неплохо. Походу, да, научилась играть. Раньше она так хорошо не играла, насколько я помню. Нормально она идет, нормально. Не отстает. Так, 14 тройной. Так, тройной этот или этот с конца? С конца, по-моему. Помню. Это все-таки этот поближе. С конца двойной. Блин, ну куда? Ладно. Йоши. Ха. Арина. Макичаймашта. Отлично. Ну, и на этом вся игра. О, а вы действительно хороши, Ягами-сан. А то. Ну что ж, мне лучше идти. Ладно, увидимся. Цукино-тян, Ягами. Поболтаем. Так, о чем поболтать? А, прекрасно. Ребят,
Какое большое количество тем для общения, да? Вот это троллинг. Хотя... Слушайте, иди. Учитывая новые фишки в игре... Так. Я думал, может, тут что-нибудь найдем интересное. Будь от суки, но вряд ли, конечно, будет, но кто знает. Ладно. Ну, тогда придется ее задарить подарками. И второй уровень. И мы открыли, собственно, следующий квест. Итак, давайте сделаем небольшой перерыв. Мы уже тут час с копейками играем. И пойдем дальше. Продолжение следует.